Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, это Dragon Age 2, продолжаем проходить. Собственно, всякие квесты продолжаем проходить. Взрывчатая услуга — это основной квест, не хочу его выполнять сейчас. Главный подозреваемый — это тот квест с маньяком-насильником-убийцей. Задание травника мы пока не будем делать. А вот найти глубинные тропы. Давайте отправимся снова на глубинные тропы и поищем трупы двух тупых гномов. Ну, не знаю, трупы или нет, но я думаю, что они уже откинули копыта. Потому что мне на глубинных тропах встретился дракон. Ну, правда, это было уже глубоко на глубинных тропах. Ну, вот они где, да? Будем идти вариком, хотя я не помню, чтобы тут были особые ловушки какие-то. Покинуть место. Да, покинуть место. Завизжав, как сучка. Ну, мы тут были. Это та же локация, в которой мы и были в начале, во всяком случае. Но мы, по-моему, неделю шли до сюда. Это что? Гарлок-лучник? Так, не та. Вот. Так. Ни хрена себе вас там. Не в этого. Лучше вот... Это что такое? Вот так. А что ж ты? Слишком далеко, да? Так, что у нас тут? Следить надо за ХП, а то я последний раз, когда не следил за ХП, у меня героя убили. 250 опыта. О, а чё это только на глубинных тропах у меня глючит вот эта фигня? Вообще у меня трупы не должны исчезать. Мод такой стоит. Но вот конкретно на глубинных тропах, видать, глючит этот мод. Ну ладно, блеск для губ. Не знаю, почему для губ. Просто блеск, вот этот вот эффект исчезания, он вполне может быть булыжники. Булыжники. Кусочек тигрового глаза. Ну чё, упырь, брата убили? Ты один из сыновей Йевина? Господин Хоук, помогите, прошу. Мой брат, Мирин. Иван запер его с порождениями тьмы. Он запер дверь, бросил меня здесь и кинулся по этому проходу. Он совсем спятил, он думает только об этом проклятом мече. Каком мече? В прошлый раз мы выгребли отсюда все начисто. Что ищет твой брат? Иван... Или Иван. Называл его выпиватель сердец. Он говорил, что это шедевр. У торговцев из Арзамарского каравана он купил книгу, там было сказано, где лежит меч. Или где находятся големы, которые его охраняют. Еще один алчный гном. Может, он брал уроки у Бартранда? Возможно. Однако, алчность — качество не только гномья. Наверное, я должен был предвидеть такой поворот. Айван мог быть что-то там одержим. О мече он ни слова не сказал. Я подумал, не мог. Подумать не мог, что он все так обернется. Знакомая история, как по нотам, да? Умоляю, я не хочу, чтобы эти чудовища сожрали моего брата. Возвращайся на поверхность. Похоже, меня ждет свидание с порождениями тьмы. Он по ту сторону стены. Вы должны придумать, как пробраться к нему. Прошу, как только что-нибудь узнаешь, сообщи моему отцу. Так. То есть у меня был выбор. Брательника или Ивана спасти. Ну, я надеюсь, то, что я и меч смогу получить. Он мне так и самому не нужен особо. А он нужен этому. Ну, например, Авелин. Ага. Говорил я тут недавно то, что текстурки не глючат. Так, там что, какой-то крутой некромант, да? Все херачим некроманта. На какую-то ловушку попал, что ли? Бля, тут еще один. Че бы тебе засадить? На, проклятие, Ктулху. Куда это он делся?
Тихо. Так. Самое опасное в этой игре это АОЕшки. Ну, вроде пережили. Ну уже, проходите туда, блядь, люстра мешается. Мне нравится заморозка, слушайте, она намного круче. Ой. Еще Мирина тут дубасит. Ну ладно. Клянусь камнем, я уж думал, что мне конец. Погоди, ты ведь господин Хоук, глазам не верю. Я понятия не имел, что на глубинных тропах будет вот так, что порождение тьмы будет просто на каждом шагу. Я слышал рассказы других, но увидеть самому это совсем другое. В следующий раз представь калашматить порождение тьмы дядям с большими мечами, идет? Или, может, сам советуюсь с мечом побольше, я знал, что Иван что-то замышляет. Он так юлил всякий раз, когда я спрашивал про оскверненный меч. До сих пор не верится, что он нас предал. Думаешь, он еще жив? Судя по тому, что я слышал, он такой же мерзкий, как порождение тьмы. Может, они провозгласят его своим новым королем? Знаешь, я раньше не представлял, с чем приходится сталкиваться гномам в Арсамаре. Они каждый день дерутся с этими чудовищами. Я теперь не могу оставаться в стороне и наслаждаться вольготной жизнью торговца, пока гибнут мои сородичи. Этому не бывать. Загляни к нам, когда вернешься. Уверен, отец захочет отблагодарить тебя за мое спасение. Да, еще я склонил тебя, типа, пойти воевать. Ну, вы поняли, с этими, со всякими нехорошими чуваками. И отец вряд ли скажет спасибо за это. Амулет какой-то, правда. Ну, ладно, что-то мне лень это сейчас всякие амулеты там примерять. Что? То есть что, мне надо обязательно обходить обратно, что ли? Ну, это не весело. Могли бы просто дверь дать мне открыть. Ну, хотя, если я ее, типа, смог открыть, то почему гном не смог и все такое, но... Ну, блин, надо же обходить целых 5 секунд. Куча костей. Дайте угадаю, площадка для сражения? И темный браслет. Иван. Глупый, мерзкий тип. Но, похоже, жезл управления големом не пострадал. Может, найдем, куда его применить? Ха. Помню я комнату вот здесь вот, в глубинных тропах. Хрень, сапоги. А где куча големов в ряд стояли? Вот, кстати, она и есть. Сейчас он не впечатляет. Попробую воспользоваться жезлом. Я могу воспользоваться своим жезлом. Он сражается теперь со мной? Сокровищница. Ну что ж, давайте чё. Так. Посмотрим, насколько все серьезно. Прокляни-ка вот этого ближайшего. Мы зарядим в него много плюх. Ну, слушайте, это было легко. Прям слишком даже легко. Прям убер легко. Кстати, надо ауру включить. Ты куда пошел? Голем, нет! Я ждал, пока у меня КД пройдет. Ну, тебе, похоже, особо насрать. Ну же. А. Так. Есть у тебя проклятие уже? А, давай, проклинай. Надо бы мне тоже все... Ёб твою мать. Так. Ну, что-то первых двух мы вообще махом растаскали.
А с этим что-то не справляемся. Как... Вот это наш срывается. Блять, накапливает. Ну ладно, не успеет, наверное, взорваться. Ну что ты, ну дай спалам перезавери... Ну ладно, одного... Одного так и быть. Загри. Одного не страшно. Так. Ёб твою мать. Эвелин, будь так любезна. Блять, она все повыключала. Херачим, херачим, чё? Заморозочка у меня прошла? Самый сильный мой спелл заморозочка. Чё он? Чё он толкается вообще, моих толкает? Падла такая. Он нужен был типа для помощи с этими, но... И без него, блин, справились. Так, ладно. Мы уже проходили. Вырубаем некромансера и... В общем-то, остальное не страшно. Так, ты проклятие уже слила? Конечно. Надо убрать его из ее ротации и самому все время убить. Ёбаный тролль! То есть огр. Чем его убивать? Блять, на нас бежит хилда. Варик. Все, справились? Ёб твою мать, один остался. Неприятно вышло. Куча костей. Потрепанный значок гномьего клана. Это еще может за квест сойти. Скверненное гномье украшение. Смотрите, превосходный головной убор. 5 урона от огня, скорость восстановления. Ну, нет, моя мне больше нравится. Так... сломанный клинок порождения тьмы. Ну чё? Блять, надеюсь, тут не будет дракона. Или демона какого-нибудь, как в прошлый раз. Не все то золото. Мы опоздали, порождение тьмы разнесли сундук. Может, что-то еще можно найти в разгроме. В этом разгроме. Булыжники. Вот, например, денежки. Сокровищница. 4 голды, это же много. А ты... Чё ж, я зря тебя качал, что ли? Вон лук! Для этого упыря. И... Ловкость, хитрость, сапоги, которые только главному герою доступны, но при этом... Крит и вероятность крит удар. Короче, ничего полезного. А ты чё без бафов, кстати? И ты, блядь, вечно без бафов, дура. Может, у них, когда энергия кончается, они отключают? Обруч для бочки с прожилкой лириума? Чё-то я не понял, это все что ли? Один сундук, никакого меча клёвого, ничего подобного, да?
И типа mission completed и... А вернуться-то вы мне дадите? По-быстрому. Да, дадут, смотрите-ка. Просто надо идти прямо. Так, сохранимся. И пойдем. Все. Все на месте, никто не потерялся, никто не заблудился. Покинуть место. Не, ну а чё, ну? Ну а чё? Ну, пошли, бате, доложим. Не все то золото. Полная фраза, не все то золото, что блестит. Но почему-то они решили, что... Не обязательно уточнять и просто сказать не все то золото. Так, давайте посмотрим. Увеличивает атаку Себастьяна. Ну ладно, Себастьян. Не пожалею для тебя. Хотя... Я с тобой и не хожу, так что... Так, можно все продать. Если не ошибаюсь, да? Это все просто продается. А то, что по квесту всякие книжки вот эти вот, они не продаются. Ничего полезного нет. Ладно, тут у нас одеяно Жана Люка. И в одеяниях Жана Люка тоже ничего нет. Так, о, а тут сразу два квеста у нас. Евен, не все то золото, и имение Хариан. Нет, на имение мы пока не пойдем. Просто сдадим квест с гномами. Вот и он. Вот и он. Наш карликовый гном. Айвон, его нет с тобой. Я надеялся. Отец, я говорил тебе, что будет поздно. Он пытался убить Мирина и Эмриса, а ты скорбишь, что ему это не удалось? Дэра, я понимаю, что он предатель, но моим сыном он все равно остается. Ты вернул мне моих сыновей. Я у тебя в долгу. Прошу, возьми это в знак благодарности. Че, все, два голда? Это... Ну ладно, 1000 опыта уже неплохо. Но как-то я рассчитывал на больше. Я рассчитывал на больше. Вы подвели меня. Так, у этих торговцев я был. Больше вроде торговцев нет. Имение Фенриса. Если не ошибаюсь, Фенрис нет. Ничего нам сказать. Ничего нам не скажет, короче. Задание... Да, травника, премиальный контент. Бля, это все надо вы... А, это все доспехи всякие. Вернитесь домой и вспомните об ужасных событиях. Что? Я не хочу вспоминать. Об ужасных событиях. Ладно, пропавший дозор. В следующем видео мы будем делать квест. Пока я просто хочу свалить отсюда. Рад вас видеть, капитан. Это не мне был. Я не капитан. Варик, 100 лет тебя не видела. Когда ты меня познакомишь со своими друзьями? Ответь даме, она рыжая и страшная, и черная какая-то. Ладно, не отвечай даме. Слишком уж она же рыжая и страшная, и черная. Что обруч для бочки с прожилкой лириума? А, это я то, что нашел в этом дерьме. Ну, вы поняли. Побочный квест на глубинных тропах. То, что я нашел. Вот, он предлагает мне его выполнить. Тут у нас что? Яма контрабандистов. Или в яму контрабандистов отправимся. На расследование этого. Головорез. А мне не в ту сторону. Ха-ха, лохи, обломитесь. Прям в руки мне свалилось, узнаешь? А чё головорезы? Почему вам головорезить-то? Так, ты. Ну давай прокляни кого-нибудь. Да ты только...
Только отвернулся, он уже начал кастовать всякие штуки. Ой, убийца из Харти, ну вы посмотрите на него. А убивать-то ты кого собрался? И все? Я думал, может какие-нибудь сейчас квесты и там вывалится мне. Мол, я головорезов отымел. Но похоже, что нет. Ну да ладно, в общем, на этом мы и закончим. Так что если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и смотрите продолжение. Да, определенно, смотрите продолжение. С вами был Сет. До свидания. Плака.